Всех приветствую, дорогие товарищи. Решил проверить чистоту города перед празднованием Дня Победы. Улица Героя Советского Союза Прокатова. Вот так это выглядит. А вот там памятная доска герою расположена. Ну, благо, брусчатку тут переделали. Та же улица Прокатова, следующая свалка. Ну, я напомню, что проходили в городе субботники. То, что было собрано жителями, теперь лежит рядом с контейнерными площадками. И никто это до сих пор не убрал. Сейчас у нас, между прочим, 8 мая, 19.45. Интересно, когда будут убирать эти свалки? Ночью? Обещали сегодня. Вот еще один мусорный завал. Поедем ближе к центру. Посмотрим, что там. Вот тут вот монумент афганцам. А тут срубленные, спиленные насаждения зеленые. Улица Ворошилова. Вот тоже свалка. Так, улица Свободы. То же самое. Мусор не убран. И, кстати, тут же рядом стелла расположена. Вот она. Ну, и это улица Свободы. И вот так же точно вот то, что на субботниках было собрано, вот оно все лежит благополучно. Немножко вернемся по Свободы обратно. Посмотрим. Вот здесь. Вот тоже завал. Пору костер разжигать. Ну и опять улица Свободы. И вот так вот это все выглядит. Поехали дальше. Улица Восточная. Пожалуйста. Заборчик был. Улица Энергетиков. Лежит мусор. Дом культуры. Памятник Прокатову. А вот там вот лежат завалы древесины от расчистки парка. Ну и посмотрим влево от памятника. И тут также видим кучу хвороста. Вот такой вот. Решил за ДК проехать поближе, показать. Вот они, вот эти вот завалы лежат. Вот. Немножко подвывезли, но не все. Улица Ленинградская, монумент. Вот здесь вот стелла. И опять мы видим завалы древесины. Расчищали тут кусты. Вот они лежат. Вот так вот. Срубленные. А вот стелла. Так это выглядит. Ну вот по Ленинградской еще раз показываю. Вот они кусты лежат, свалены. Вот, суд и прокуратура. Монумент Зенитка. Наверное, так и не достроят. Хотя обещали в этом году. Улица Минжеска. Мусор. Пустые валяются. Вот, пожалуйста, мусора. Море. Минжинского опять. И следующая же свалка. Опять Минжинская. Опять мусор. И Минжинского опять. И опять горы мусора. Так, улица Северная, путь ЛДК, вот тоже не убрано. А вот на ЛДК чисто, относительно.
Макаровской Спрому. Смотрим там. Ну да, здесь вот, здесь прибрано. Здесь прибрано. Вот стелла тоже. Хотя вот тут вот небольшая куча мусора на Красном Знаме лежит. Так, Северная. Вот здесь тоже вот не убрано. Улица Постаравинская, воинское кладбище. Вот здесь вот расположено. Давайте посмотрим. Ну, контейнер заполнен полностью. А вот сам монумент. Посмотрим дальше, как тут дела обстоят. Так, ну, по Постаравинской, ладно. Зачет. Здесь более-менее все прибрано. Вот видите, вот мусор вывезен. На Каменной чисто было, а вот улица Заводская, здесь мусор. А время уже 8:30. Завтра 9 мая, напоминаю. И я заканчиваю свой небольшой рейд. Давайте поспорим, к утру мусор исчезнет или нет с тех мест, которые я показал. А что творится на самых окраинах, тоже вот вопрос интересный. Если даже в центре практически мусор не убран. Ну все, всем пока, до новых встреч.